Первым официальным мероприятием, открывшим год семьи в России, стал Всероссийский семейный форум «Родные и любимые», который прошел в столице и объединил династии со всей страны и стал площадкой для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. Карачаево-Черкесию представила музыкальная семья Кирбижевых из Хабибского района. По приезде с ними встретилась наша съемочная группа. Фатима Даурова продолжит. Всего в форуме приняли участие более 250 семей. Нашу республику представила музыкальная семья Кирбижевых родом из Беслинея. Зулета Кирбижева и ее трое детей рассказали гостям экспозиции региона о музыкальном искусстве народов Карачаево-Черкесии. Исполняя старинные национальные мелодии и их современные интерпретации, семейный ансамбль продемонстрировал зрителям и слушателям уникальное звучание традиционных народных инструментов. Выступления музыкантов украсили танцевальные композиции в исполнении солистов театра танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесии. По приезде из столицы семья Кирбижевых в теплой и уютной обстановке встретилась с журналистами, чтобы рассказать, как Москва их встретила, как они представили богатую культуру родной республики и, в общем, как у них получилось себя показать, да на других посмотреть. Ну и в завершении нашей концертной программы мы указали то, что мы многонациональная республика и чтить традиции очень важно. И при всем при этом пронести эти традиции в наше современное общество, у нас просто есть четкое понимание, вот они традиции, вот они современные. Ну, современная музыка, современное искусство. А вот вместе это собрать немного сложно. И в завершение мы продемонстрировали произведение, где национальная музыка была, скажем так, скомпонована с современной музыкой. Любовь матери к музыке передалась и детям. Домашние стены всегда были окутаны мелодичными звуками национальной гармоники. Зулета Кирбижева, видя, с каким интересом дети реагируют на ее игру, старалась потихоньку приучать их к миру прекрасного. И у нее получилось. Так или иначе, все пятеро детей имеют отношение к музыкальному искусству. Глава семейства Алик Кирбижев поделился секретом счастливой семейной жизни. Многодетный отец убежден, что счастливая семья – это гавань понимания и любви. Они меня со мной разговаривали на равных. Ну, внучки, обычно же сами знаете, с детьми у нас так не разговаривают, а эти со мной на равных. И вот они пришли, мне говорят, папа, говорит, ты у нас самый хороший. Ну, всем приятно такое слышать. Думаю, а что я, где я хороший? Они мне говорят, а ты выбрал для нас самую лучшую маму в мире. Так мне сказали. Вот так самая лучшая мама в мире хранит тепло домашнего очага, согревая и оберегая своей добротой всех членов своей красивой семьи. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.